Всем привет! Я сегодня еще не планировала снимать видео, но я зашла у себя в учетку на Шаттер и увидела, что у меня фотографию купили за $6. Это у меня первая такая продажа. Я вообще очень-очень рада, вдохновлена. Хочется грузить еще и грузить. Поэтому, если вы в поисках интернет-заработка и увлекаетесь фотографией, я вам рекомендую попробовать Шаттер. Это тема фотобанков. Это мировой фотобанк, да, куда вы можете грузить фотографии, куда ребята грузят фотографии со всего мира. И потом их покупают различные журналы, потому что журналам, допустим, сейчас выгоднее, очень часто выгоднее купить какую-то общую фотографию, и чем нанимать фотографа специально для этих целей, потому что они могут купить фотографию у меня там или еще за $6, а фотограф, ну, я думаю, она будет платить гораздо больше за фотографию. Вот, и они могут сразу уже выбрать, какая им подходит. Очень много, если пролистать журналы, то очень четко видно, где использовались фотографии из фотобанков. Особенно я помню, когда начинала только эту тему изучать, я так вот начала искать, ну, с позиции фотобанков фотографии, и я нашла в двух совершенно разных журналах одну и ту же фотографию. Я не знаю, может быть, и вы ее видели. Там была девушка такая в большой шляпе, лица не видно, и арбуз она вот держит там или ест. Ну, то есть так вот шляпа там такая, и сзади там море, курорт какой-то. Очень красивая фотография. И вот я ее встретила в двух разных журналах на две разные темы. Поэтому, если вам интересна эта тема, ставьте лайки этому видео. Пишите в комментариях, я в описании кину ссылочку на свой фотобанк. Если вы хотите, я могу вас консультировать от и до по поводу заработка. Конечно же, я скажу, что это не самый быстрый процесс, если вы не будете постоянно грузить. Все фотобанки, многие такие интернет-ресурсы, они любят, чтобы вы постоянно вкладывали. Поэтому, если вы увлечены действительно фотографией, и вам несложно будет уделять, ну, как минимум, 10, 20 или полчаса в день, ну реально каждый день или хотя бы через день, то тогда вы сможете чего-то добиться. Если вы будете, как я раньше, то вы ничего не добьетесь, потому что я раньше там 3 дня гружу, потом полгода не гружу, 3 дня гружу, потом полгода не гружу. Соответственно, у меня заработок там, ну вот, очень любит. Вот я сейчас заметила, я недавно грузила, сейчас опять забросила, надо возвращаться. Он мне четко так говорит, давай возвращайся. То вот у меня до этого полгода не было ни одной продажи, а сейчас продалась фотография, которую я грузила еще в 2016 году. Да, то есть это сейчас я вам ее покажу. Это прищепки. Для журналов каких-то это может быть, для хозяйственных сейчас тема хозяйство очень актуально, соответственно, вот такие вот прищепочки тоже подходят. Я вам могу сказать еще также, я сестру на это подсадила, так вот, у нее самая дорогая фотография, которая была продана, то есть это на уровне новичков, потому что у зубров там могут за фотографию уже доходить и несколько тысяч, но это уже тогда сам решает, это когда выкупают эксклюзивные права, об этом новичкам пока можно не задумываться. Да, то у сестры вот самая дорогая фотография, это была скакалка, которую она сфотографировала просто там. Учительница просила принести скакалку, она ее сфоткала, чтобы скинуть в группу, а потом подумала, загружу-ка я ее на Шаттер, почему бы нет? И у нее скакалку купили дороже, чем все остальные. Вот, поэтому это нестандартное, да, и если вы будете регистрироваться, но я буду видеть, что если вы зарегистрировались, если вы перешли под ссылкой в описании и зарегистрировались, то я это увижу, и я буду знать, что вам тоже нужна эта информация, и тогда я вам подскажу больше. Поэтому, если вы хотите, вы можете регистрироваться. Единственное, что я могу сказать, это серьезная организация, она имеет дело с авторскими правами, поэтому они стараются, конечно, не всегда у них прям так получается идеально бороться с плагиатом, поэтому чужие фотографии, рисунки грузить категорически запрещено. И для того, чтобы человека реально можно было забанить, а не он загрузил чужие, его забанили, он новую учетку создал, для этого при регистрации нужно указывать свой, не указывать, а добавлять скан своей первой страницы загранпаспорта.
чтобы, ну, то есть, банят по имени и фамилии и по паспорту, да? Наверное, паспорт, если ты новый получишь, что ты сможешь перерегистрироваться, если тебя забанили за нарушение. Но, то есть, по паспорту однозначно банят. Я не помню, там указываются реквизиты, не указываются. По-моему, указываются реквизиты паспорта для того, чтобы вас идентифицировать реального человека, для того, чтобы вам потом выплачивать деньги. Потому что я знаю много людей, которые работают на фулл-тайме, да, полный день на Shutterstock'е. Вот, поэтому, девочки, если кому интересен дополнительный заработок, если кто-то увлекается фотографией, пожалуйста. Если вы думаете, что у вас нету хорошего фотоаппарата, то я вам скажу, что я сейчас часть фотографий выкладываю со своего телефона. Да, то есть это уже сейчас такие телефоны клевые, что если у вас нормальный телефон, то вы сможете и выкладывать свои фотографии тоже с телефона. Единственное, что вот у меня нюанс, если уже в темноте, там очень жестокая проверка, то есть вы можете грузить любые фотографии, и вас за это не забанят, не убьют, но там есть модерация, и, соответственно, до того, как фотография будет принята на фотобанк, есть инспектора, которые проверяют, насколько она соответствует требованиям сайта. Вот, поэтому... Если у меня не одну фотографию, которую я фоткала на телефон в вечернее или в темное время, да, не приняли. Поэтому, когда есть солнечный день, то я бегу там на улицу. Ну, на улице в солнечный день это плохо, а вот подоконник и какие-то вещи там, попкорн, да, или там на досточке сделать натюрморт, или какую-то там ручку, книжку, кружку. То есть у меня, кстати... Я на работе как-то сфоткала еженедельник и кружка с кофе, да, на коричневом деревянном столе. У меня такую фотографию купили. То есть, да, то, что те картинки, которые вы видите в интернете, которые смысл, обращайте внимание, если вы хотите этим заниматься, то обращайте внимание на смысл картинок, которые вы видите в интернете, и вы тогда поймете, какого рода надо. Естественно, там я под памятником. Ну, это мало какой журнал купит такую фотографию. Я когда была заместителем редактора одной газеты, мы тоже закупали фотографии на Shutterstock'е, хотя в Украине многие не придерживаются авторского права, могут взять картинку просто с интернета, не задумываясь о том, что у картинки есть автор, и ему нужны авторские отчисления. Вот, ну и за это некоторые авторы очень активно судятся. Но в Шаттере, вот, то есть это для тех, кто придерживается законов, и как раз-таки во многих странах есть очень жестокая политика в отношении того, если издание начнет использовать чужое фото без разрешения. Поэтому журналам лучше вот так вот перестраховываться и очень много покупают на Шаттере. У меня очень много покупают лошадей, но... Что у меня еще покупают? Детей моих купили. Ну, дети, это одна фотография у меня, детей моих купили. Это была съемка в студии. Я снимала в студии и ребят своих. Вот. Что еще у меня покупают? Чайник купили. У меня моя дочка сделала фотку. Я вообще нарушила закон, получается. Ну, так как я представитель ребенка пока что. Вот, у меня дочка на конюшне сделала фотографию чайника. Старый белый чайник стоит на подоконнике. Даже не на подоконнике, вот в конюшне там такие окна. И вот, ну, можно сказать и подоконник, но на самом деле это не подоконник в классическом понимании. И там стоит чайник в углу. Ну, очень интересная по композиции, на мой взгляд, получилась фотка. И я ее решила попробовать разместить. И да, у меня ее купили. Вот. Что у меня еще покупали? Очень хорошо у меня. Нормально цветочки покупают, кстати. Хотя говорят, что цветочки не стоят. Просто очень большая конкуренция в цветочках. Но у меня покупали. Также у меня покупали... Да, вот больше всего и меня поразило. И я думаю, эта тема нескинченна. Это вид из зеркала.
то есть боковое зеркало заднего вида в машине. И когда, если там красивый пейзаж, если вы где-то едете, то есть у меня это были лесные, мы когда в лесу отдыхали, в лес, когда ездили за грибами, то я вот так машину там припарковали красивенько, и я фоткала, протерла зеркало и сфоткала вот там красивое голубое небо, то есть видно часть машины, видно красивую дорогу и видно лес. Вот такие вот, вот такого плана фотографии покупались. И, в принципе, я, допустим, очень люблю смотреть фотографии дорог. И я думаю, их очень много где используют. Поэтому, в общем-то, напоминаю, ссылка в описании, да, о том, ну, не о том, а где можно зарегистрироваться и зарабатывать деньги. Фотобанков на самом деле очень-очень много, но Shutterstock это считается одним из самых массовых, и у большинства людей, которые занимаются этим, у них Shutterstock приносит более 60% дохода, а остальные там десяток, да, приносят остальные 40. Поэтому, ну, я пыталась сначала несколько, но учитывая, что меня не хватает даже на одного на регулярный, то невозможно, короче, так грузить на все подряд, поэтому я решила выбрать самое эффективное и сконцентрироваться на нем. А уже также есть специальные программы, но, по-моему, хакнутых их тоже нереально найти, не знаю, насколько реально, но тоже этим заморачиваться. То там можно настроить, подтянуть свои учетки и на несколько сразу фотобанков грузить, то так прикольно, но они достаточно дорогие, по-моему. Ну, короче, я не помню, за какой период, но надо заплатить $30. Я пока столько не заработала на этом источнике, поэтому я не стала этого делать. Если бы я каждый день это делала, я бы, может, и задумалась. А учитывая, что я вот так вот наплывом, то я не готова платить $30 за то, что я еще не делаю. Вот. Но я вам могу сказать, что вот Shutter — это наиболее выгодная в этом плане. И лучше пробовать все же на нем. И больше шансов, кстати, говорят, Shutter очень любит новичков. Поэтому пока вы новичок, ну, грузите побольше, и вас будут радовать продажи. Буду очень рада узнать, потому что есть у вас продажи или нет. Или если вы занимаетесь Shutter, расскажите, может быть, вы меня чему-то научите. Потому что я себя, знаете, как задержавшийся в развитии новичок, меня можно назвать. Вот, то есть я очень много знаю, но я очень мало делаю, делаю наскоками, и из-за этого нету полноценного развития, какое могло бы быть там. Вот, поэтому пробуйте. Сейчас я фоткаю на свой телефон. Стараюсь, конечно же, при светлой погоде, стараюсь учесть то, что... Ну, фотки более четкие получаются, когда хорошо, полноценно освещены, и при этом никакие лампы не дадут того освещения, которое дает яркий солнечный день. Поэтому светленький подоконник... Ну, цветочки просто так я фоткаю, гружу, и вообще так то, что фоткаю для себя, я потом оцениваю, могу я это загрузить на Shutter или не могу. И специально некоторые... Смотрю, какие темы популярны, да, то есть он каждый месяц присылает, что ожидается, да, то есть каждый месяц Shutter присылает, так, планируется там такой-то праздник, такой-то, такой-то праздник, поэтому тематические подборки, то есть они анализируют, что в мире, то есть благодаря Shutter я узнала про Patrick Day там и прочее, то есть да, вот когда Patrick Day, то там лучше клевер грузить вот за несколько месяцев до, так как все вот эти вот рекламные проспекты, и журналы, то есть они верстаются обычно заранее, все рекламные акции, они готовятся заранее к этому дню, и, соответственно, и Shutter присылает все это заранее, поэтому вот сейчас уже, кстати, пошла немного тема даже новогоднего, то есть уже можно сейчас новогоднее грузить, ну, можно, то есть начиная с сейчас и где-то до октября, ну, максимум ноября можно грузить новогоднее, в декабре новогоднее, как я читала по отзывам, никто не купит, вот. Ну, я не помню, когда у меня покупали новогоднее, у меня одну фотку новогоднюю купили, а остальные, по-моему, это зимой грузила, поэтому ничего не покупалось, вот. В общем-то, если вам эта тема интересна, я, пишите свои вопросы, я вам буду на все отвечать, и хотите, регистрируйтесь. Ну, единственное, что там
По-моему, уже даже русская версия есть. Раньше было все на английском, но сейчас, по-моему, даже русская версия есть. Ну, я все-таки стараюсь на английском, чтобы повышать уровень знаний, то, что не знаю, через Google переводчик и догадываюсь. Поэтому рекомендую все же стараться это делать на английской версии, для того, чтобы избежать какие-то проблемы с переводом, в том плане, что машина перевела, и вы не можете понять, что она напереводила. Лучше уже английская версия привыкать к ней, потому что фотографии все же для того, чтобы они лучше продавались, я предпочитаю описывать на английском. Да, Google переводчик в помощь, там есть клевый подбор ключевых, и, ну, то есть все это очень легко на самом деле, поэтому... Если что, я вам все расскажу. Все, всем пока-пока, удачи!